Сотрудники управления социальных коммуникаций вместе с волонтерами начали развоз продуктовых наборов. Будьте здоровы. Спасибо вам. Я очень тронута вообще вашим вниманием. Около 7 килограммов нескоропортящихся продуктов получили пенсионеры, которые попали в зону риска заражения коронавирусной инфекцией. Пожилые люди могут обратиться за помощью, одиноко проживающие пожилые люди и люди, которые являются малообеспеченными, которые получают государственную социальную пенсию. В продуктовые наборы входят предметы первой необходимости. Это крупы, сахар, тушенка, а также средства гигиены и индивидуальной защиты, маски, антисептики. Эти товары сейчас не просто встретить на прилавках из-за массового ажиотажа. Людям преклонного возраста включаться в эту гонку за товарами и вовсе непросто. У нас есть такой вот небольшой продуктовый набор, сейчас время тяжелое. Здесь есть и масло, и чай, и сахар, и молоко. К развозу продуктовых наборов присоединились и начальники территориальных управлений. Жительница микрорайона Сходня приболела, поэтому не может выходить из дома. Пока не пройдет острый пик фактически дефицита некоторых товаров, мы будем регулярно навещать пенсионеров и давать им все самое необходимое. Поэтому пусть никто не волнуется, все, что нужно, мы делаем и будем продолжать делать столько, сколько это будет необходимо. Ранее губернатор Московской области поручил в каждом округе создать команды добровольцев. Они будут помогать людям в момент повышенной нагрузки. Если вы обнаружили у себя симптомы болезни, позвоните по телефону горячей линии администрации, который видите на экране. А ситуация с коронавирусом вас проконсультируют специалисты.